А ты тоже хочешь вместе с школьником быть сегодня в данном ролике? Если да, то делай как и эти ребята, ставь лайк и пиши комментарий, и ты обязательно будешь мною замечен. Ну, 8. О, бля, как тюлень, просто как морской. Понимаю. Да, ребята. Всем здорово, всем здорово. Очередная серия по Аризоне. Ну ты гимнаст, братан, гимнаст. Да, да. А ты так умеешь, братан, старый, а? Повторишь? Сотку дам за это. Мы сама в больницу поедем, ты что, какой зрительный. Короче, ребята, в общем-то вернулись мы в наш штат. Продолжаем, в общем-то, жить. А также приглашаем жить вместе с нами. В общем-то, приезжайте, ссылочка в описании. Также не забывайте указывать промокод при регистрации. Это обязательно. Получайте приятные плюшки на старте игры. Ну а сегодня мы прибыли на БУ рынок не случайно, да, Баг? Ты чё, братан? Ты чё, я тебя сломлю, алё? Иди сюда. Догони! Быстрые ноги, финты не боятся! Так, а можно перебежать? Иди сюда. Подожди, подожди. Да, братан, мы на самом деле приехали-то не просто же побеситься. У нас как бы это важное дело, а важная миссия — купить мне тачку первую. Да, ребята, как вы помните, в предыдущий раз мы заработали 400 штук, потом мне на записи еще парочку заданий выполнили. И получили еще лямчик, а поэтому... А ты видишь, чтобы он продавался или что? Понятно. Так, поэтому давай, братан, что можно купить, в принципе, здесь? Самое-самое-самое подходящее. Самое подходящее. Да. Сколько колян, конечно, будет стоить? Давайте посмотрим. У него я думаю, так, будет много стоить. Посмотрите характеристики. Колян, охренеть, 43 мульта. Понимаю, кстати скорее говоря, всего, ребята. Кстати, напишите в комментариях, сколько стоит Колян именно в Тассалоне, то есть насколько он дешевле. Ты помнишь, кстати, ценник? Я вот на самом деле не помню. Нет. Я не помню. Так, а Макларен? Охренеть, 27 500. Понимаю. Ладно, братан, короче, я думаю, что... О, продаешь, братан? Что-то не расслышал, опусти, пожалуйста, стеклышко. По-моему, наркоман, слышишь? Да хули вы сюда сбежали? Блин, натуре, ты что, закинулся, да, это? Ты сколько пальцев показываю? Давайте уходить. Понятно. Не, можно, конечно, в принципе, Уракан купить, братан. Как ты на такое смотришь, а? Посмотреть характеристики. Сколько? Не хватит. 24 мульта. А крузак сколько, интересно, стоит? Давай тоже посмотрим, в принципе, чтобы так понимать. А, понятно, 5 мультов. Слушай, а что если мы, допустим, купим сейчас какую-нибудь Камри там, или же Е60 и попробуем продать ее за большую сумму? А ну-ка, сколько это стоит? Или она не продается? Блин, она не продается, да? Стоит. Понимаю. Вот, Лика, блин, что делать? Разноцветная, радужная, прям сказочка. Ты думаешь купить жука? А он тоже не продается, по-моему. Ну, нет. А, блин, жалко. Это тяжко, потому что, ребят, на самом деле, если ехать в магазины, то в магазине вообще нет смысла покупать. В принципе, можно у людей купить, она уже будет затюненная, возможно, тачка. Так он не продает, он обнюхался чем-то и... Он ты тут, братан, продаешь? А, открой окошко, тебя не слышно. Здрасте. Поехали, отъедем. Дядя, продаешь? А, отключи, давай, пожалуйста, давай, отключи, пожалуйста, радио, что-то по ушам себе набьет. Слишком громкие колонки у тебя сзади тут. У него уши чувствительные. Да, ой, спасибо большое. А, братанчик, что, Камри продаешь? Что, почем? Что ты вложил, сколько купил, что поставил, что установил? Камри купить, чтоб суету. Да, как водить. Минимум. Это 3.5 или это 2.5? Если 2.5, то нахер не нужна, нам нужна только 3.5. Движок один. Ну, нормально, в принципе. Движок какой? А, ты движок уже положил? Я понимаю, понимаю. Так, ну, вроде она такая целенькая, да, вроде, братан? 3.5, отлично. Чё почём тогда? Ну, за 500 заберём. Перепуки. Хорошо, за сколько? За сколько ты готов? Твоя цена какая тогда? Чтоб ни тебе, ни нам. Да-да-да. Ну, сейчас мы, короче, сейчас мы, короче, перекупим её. Я тебе в натуре говорю, мы сейчас, короче, купим её за, ну, 600-700, а продадим... За 650 купил, вложил. Ну, 660 600? Мы заберем ее. Да, вот ты чуть плюс его сразу же покатался на ней, то все, 5-10. Ну, в натуре, да. Тем более... И... Да кто прикалывается? Ну, ты ценник не называешь, ты называешь ценник свой. Ценник. Что мы да. Тебе можем ожидать? Мы видим за эту серую... Торгуемся. Пташку просто, как бы, такой ценник 660. Ну, качнул, не качнул, знаешь, понимаешь, как бы, да. Если я в масло вливаю там, или... Если масло я, короче, вливаю там или какие-то фильтра меня, как бы, ну это же не идет в учет стоимости авто. То же самое и у тебя. За, ну за 700 давай, короче, за 700. Кидай давай за 700 я покупаю. 17. Не тебе, не мне, 710. Короче, 710 кидай мне, я все. Покупаю. Все, мне 717, я покупаю, давай. Чисто ради интереса. Я вообще, короче, дурной. Так, а, получается... Ё-моё, стоп прилетел! Стоп, только что снесли. А, да, поехали, короче, мы тебя сейчас заправим, на самом деле. Да, поехали. Чуть больше этого за суету такую.
Все, души. Все, поехали, поехали, братанчик, поехали. Блин, ребят, ну в принципе нормально. Слушай, а че подожди, 650 и так как он качал, может мы ее за 900 продадим, братан, а? Как вариант? Не знаю. Чисто перекуп там за ним займемся здесь. Какой тюнинг? Мы сможем его купить, ты понял? И поехать чекнуть, сколько тюнинг есть, какой еще, почем вообще, что за сумма. Кстати, да, 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 да. И будет ли вообще, ну, реально ли так поднять хоть какую-то сумму? Да, действительно. Да, ребят, я думаю, и вам было бы как бы интересно, и нам интересно, вот именно такие вот движения. Убедили. Короче, ладно, хрен с ним. 24 отдадим чисто для того, что, ну, как бы место заберем. Потому что искать, кататься по всему городу, как бы, ну, тоже такое, чувачка еще напрягать. За 24 ну, тысячи, да, все, отлично. А, так, а где мое место? А где? А, все, ну, на втором этаже, получается, мое место. Все, да, поехали тогда обратно. Купим, не, собственно, тачку. Приедем, сейчас приедем, дашь ему документики, да. Он тебе даст денежку, и все, и наша суета будет. Ну, как и договорились, да, за 650, как бы, да, братанчик? Да ладно тебе. Он сейчас сердце не встанет, возьмет и выйдет, и заберет, чем тебе надо. Я шучу. Да ладно, мы прикалываемся. Поехали, поехали. Надо было дальше давить, можно было за 710 его взять, короче. Да ладно, хрен с ним. Я думаю, что сейчас, короче, ребят, мы заберем тогда тачку Камри, как бы место уже купили, все нормально. Вот, и посмотрим вообще, что по тюнингу, сколько что почем стоит. И возможно ли подняться вот именно на перекупстве, как бы, да. Вот, как бы мы потратим, не знаю, там полчаса, как бы, ну и вообще реально ли это сделать. Понятно, еще и тачку ремонтировать. Братан, как бы поцарапал, надо на полировочку еще скинуть, я там думаю, 1003. Во мне корни перекупа и еврея. Да. Ладно, все, купил. Спасибо большое, братанчик. Все, спасибо. Спасибо, давай. А, кстати, а тачка целая полностью. Нормально, кстати, говорят. Ну что, первая моя тачка. Я предлагаю тогда отправиться посмотреть по тюнингу, что как, да? Давай. А возможно перекрасить ее даже, типа сделать белую. У меня дверь открыта. Он нам косячную тачку продал, у меня уже дверь открыта, ну, сломанная. Я просто не закрыл ее, нормально бы сломал замок, я не знаю. Даже ты, ну ты, ладно, ты, и, починим чего сейчас, сейчас ожидать? Починим. Так, все тогда получается, сломали. Покрасим ее, я думаю, да? Да, покрасим. Починим, я понял. Покрасим. Починим, покрасим, вкинем, да, чуть по чуть. И, ребята, попробуем продать ее, может, на БУ рынке подороже. Не, взрывать точно не будем, слишком дорого, как бы стоит. Явно. А, выйти надо, назад. Чтобы где-то пассажиры где-то вышли. Он ударил меня, почти, да. Выкинул, как надо. Я тебе банк рихтовать буду. Погоди, братан, прости. Я правда не хотел. Я не хотел, прости. Так, короче, все, заехал, отлично. Так, смотрим, что здесь есть. Как бы обманул, не обманул. Мне кажется, нас налюбил. Отремонтировать за 1,5 косаря. Понимаю, ладно, отремонтировать. Так, тормоза. Нет установленных компонентов. Братан. Ну... Только что обманули. Этот сучонок ни хрена не поставил. Нету никакого установленного компонента, понял? А двигатель он вроде ставил. Как нету, да? Ни хрена, 0 из 4. Он нас налюбил. Ты понял, короче? Мы попали в лапы перекупа. Понимаю. Ладно, можно, в принципе, подсветка. Да ну нахер, 120 штук стоит. А покрасить можно здесь как-то или нет? Тонировку затри на нее, пожалуйста, хотя бы. Ну нет тонировки. Да, да. А, спасибо. Да. И минус стекло, да, почему бы нет, как бы. Почему бы нет? Окей, хорошо. Починим, братан, да, 1500 на дороге как бы не валяются, да, я все понимаю. Ладно, где у нас получается буха? Точнее, не буха, а где магазин? А кстати, хочешь прикол? Я только что заметил, у нее обнулился пробег. Что? Это как нахер? В натуре пробег обнулился, теперь у меня всего лишь 5 километров накатано на ней. Это как? Ну это пока что. Или она реально, она была, видимо, новая, получается, этот типуля просто перепродал ее и все, как бы. Понимаю, не прикольно. Знаю, не знаю. Так, есть ли тут так, здесь что-то? Здесь будет. Пока не вижу, пока не вижу, пока не вижу. О, Бентли нашел. Нихера, 2200. Я не вижу. А где Камри тогда можно купить, я не понимаю. Что это Корвет. Прикольно, Корвет 3442, в принципе, неплохо, так-то недорого стоит на самом-то деле. А где реально Камри можно купить? Блин, мы с тобой, походу, либо, я не знаю, ну, совсем дураки, либо почему? Почему мы не можем найти? Нет, ну, я уже по второму кругу пробежал, тоже нету. Может быть, что мы с тобой дураки, конечно, понял? Ну, вполне вероятно, ну, типа, камон, я почему так сложно все? В магазине через настройки, ты понял? Я здесь тоже Камри не вижу.
типа магазин, я понял, ну, про который ты говоришь. Транспорт здесь тоже, как бы, да, я тоже смотрю, там слишком дорогие машинки на самом-то деле. Subaru минимальная. А где Камри-то? Ну, мне кажется, надо у кого-то спросить, подожди. О! А, нет, то не Камри. Не заезжай, ты получим. Да. Заезжай, получим. Молодые люди. Тихо-тихо. Дай позади. Ребят. Господа, уважаемые, мы дико извиняемся, что мы так ворвались на вашу вечеринку. Мы не хотели сейчас брушить. Можно задать вам один вопросик, очень сильно нас интересующий? Мы извиняемся. Мы тут как бы попали непонятно куда, вообще потерялись. Нас тут, ну, на Бурынке немного обманули. Мы бы хотели просто уточнить кое-что у более знающих людей. А это ваша камера сзади стоит? Да, наш. А теперь быстро серию и выехали с нашей территории особняка. А, да, сейчас мы выйдем, да. Можно просто поинтересоваться? Сейчас выехали с территории, я подойду к вам. Хорошо, спасибо большое. Давай, подъедем. Уже хоть нашли людей, которые могут нам помочь. В принципе, давай, короче, отъедем аккуратненько сейчас. Если вы так думаете, понимаешь, выезжай полностью с этого заворота. Так. Ну, ладно, я пока двери закрою на всякий пожарный. Ну, извините, мы так ворвались, но не специально, короче. Просто сказали, да, что мы купили, получается, эту машинку, нам сказали, сюда можно приехать, уточнить кое-какой момент. Просто мы не знаем, где ее в салоне купить, да. Просто мы ищем, интересно, нас обманули или нет. В салоне эта машина не покупается. А какие ценники средние, допустим, на нее есть? Да. На нее ценники, вот по камере это? Ну да, на это. Где-то миллион. А, угу. Реально? На полном миллион или на бесплатно? Ну, если на ФТшник, то миллион. Ага, я понял. Ага. А что у вас здесь? У вас семья своя? У вас клуб какой-то? Я еще раз говорю, это суши-бар. Я люблю суши. И я люблю. Обожаю. Отлично. Могу пару сетов сразу съесть. Килограммов 5. А можно как-нибудь, если мы сейчас поработаем, об этом наберемся к вам устроиться сушистами? Точнее, мастерами по приготовлению суши. Вы сейчас, если хотите, можете устроиться к нам сушистами. Мы проверим, как вы делаете суши. И там посмотрим. Давайте, почему бы нет? Там, что, хочешь сейчас, что ли, уже? Да, прям все. А нам что-то нужно иметь с собой? У нас просто у меня только права, если то не точно. Он сейчас расскажет. Сейчас я позову тогда. Давайте, почему бы нет? Давайте. Вообще работа сложная, как бы я просто вот люблю бутерброды делать, раньше делал постоянно, прям, ну, в бургерной работал, получается. Пойдемте за мной, поджарил. Я вас приму, ребят. Вас да, хорошо, давайте. Пожалуйста, девушка, вперед. Нормально, братан? Дима, успокойся. Братан, у меня суета в районе штанов. Что? Да, простите. У меня ухо надуло. Я тебя задумал. Это не заниматься клоунадой, молодые люди. Это мы поняли, да. А мы серьезные молодые люди. Что у нас суровая такая, а? Интересно, есть парень или нет? Я бы не спрашивал, сколько тебе честно. Ну ладно, потом узнаем, если что подвинется. Главное, так, ладно. Нас не подвинули с тобой в одну яму, понимаешь? Да, братан, у нас камеры 3.5, кто нас подвинет? Один становится сюда. Можно я сзади сяду? Ну ладно, я встану. Ты стой, там тебя поставили, вот там вот поставили, там и стой, понял? Сзади будете подстраиваться к нему дома, пожалуйста. Понял, сижу дыру дома. Окей, хорошо. Какая она стругая. Хоть пальцем показывай, слышишь? Не знаю, как? Тихо. Один стоит, один за мной. Я за вами. Братан, вы что, перестреливаться будем друг с другом? Пожалуйста, не ри. У меня там только пара бургеров лежит и лом есть. Ну тогда самообороны. У меня проблема, братан. Блата. Ты умер? Ну я скоро умру. Ну стой, жди. Я сейчас подойду. Не ходи, нельзя идти, нельзя, скажешь, нельзя, ты что? У меня проблемы. У меня недомогание. У меня изжога. Да не ори ты. А, извините. Молодой человек, а вот есть что перекусить? Да. А то у меня изжога, прям вообще плохо, живот болит, крутит. А вы тут по какому поводу для начала? А я устраиваюсь с сушистом, вот, сказали, возможно, потом кушать бесплатно, вот, но я как бы это, не успел просто покушать дома. Ой, спасибо большое. Вставай лицом к траве.
Да, стал. Ну, братан, 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 все, меня приняли, понял, короче, тоже приняли. Тебя приняли же, да, получается? Нет, мне сказали, что я еще мал. А, ты еще мал, реально, тебя не приняли? Я еще мал, понимаю. Да, я еще молодой сильно, понял. А меня приняли, короче, все, я в Якудзе теперь. Понимаю, не, ну на самом деле девчонка просто прикольная, офигенная, как бы, и очень рад тому, что мы с ней познакомились. Топливный бак пуст, невозможно завести машину, мы еще и тачку тут, походу, оставим. Не заглушил тачку. Ладно, короче, ребята, действительно, мы долго, в общем-то, находились, узнавали, что как, что за банда и так далее. В общем-то, вообще классные ребятки. Будем, в принципе, играть с ними. Вот, а также, ребята, приглашаем играть вместе с нами. Вот, все будет у нас в описании. Ну, а на этом все. Спасибо всем за просмотр. Как мы выяснили по камере, мы, в принципе, купили ее очень выгодно, потому что она, как бы, лямчик стоит, да, по идее. Хотя, не, она же на фулах лямчик стоит, да, получается. Да, но тут как бы, ну, да. Ну, пойдет. Я думаю, пойдет, в принципе, серии, да, короче. Да. Да, ну, очень все, ребята. Всем удачи, всем хорошего настроения. Всем пока-пока. Всем до свидания, народ.